что такое финансы, как правильно ими распоряжаться и как приумножать накопленное. Об этом наставники Центра финансовой грамотности рассказывают ученикам школы «Лидер». Также в рамках занятий школьников учат быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных и интернет-мошенников. Цель наших игр и в целом деятельности нашего центра – это научить детей правильному обращению с финансами, чтобы они понимали, откуда эти финансы вообще в принципе берутся, почему цены такие, а не какие-то другие, и чтобы эти финансы они по максимуму сохранили и по возможности приумножили. На встрече со специалистами центра ученики с 5 по 11 классы. Всего 150 ребят. Чтобы вся необходимая информация лучше усваивалась, детей разделили на несколько групп. Для каждой предусмотрен свой мастер-класс. Ребята узнают много нового о деньгах, получат новые навыки, умения, научатся использовать ресурсы. Занятия будут длиться 5 дней. За это время каждый сможет подкрепить полученные знания на практике, разработать и защитить свой социальный проект. В городском округе Химки данное мероприятие проводится вообще впервые. Это каникулярная профориентационная смена. Дети научатся в течение этой смены работать с социальными проектами, разбираться в семейном бюджете. Образовательная смена проходит при поддержке Министерства просвещения России, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы Химок Дмитрия Волошина. А чтобы занятия были более наглядными, свой вклад в проект внес Банк России. Они сегодня предоставили для нас уникальную возможность, привезли шикарную выставку, выставку монет. Ребята обязательно будут приглашены на экскурсию и подробно им расскажут о каждой монете, о ее значении. Финалом образовательной смены станет экскурсия в МКБ «Банк». Там школьники смогут пообщаться с сотрудниками и узнают о тонкостях работы банковской системы в целом. Андрей Липанов, Нина Липанова, новости Химки ТВ.